Своими мечтами делятся жители 3-го и 5-го домов на Аменево. Пока еще их двор ничем не примечателен, но в скором времени он превратится в цветущий сад. Эти люди стали участниками конкурса «Двор, в котором мы живем» и уже готовы взять в руки саженцы и садовый инструмент. Мы бы хотели, конечно, чтобы нам еще выделили вот весной кустарники, мы посадили. Мы посадили еще, досадили деревья бы. Причем такие, хотелось бы, конечно, деревья, чтобы более-менее породистые были, чтобы двор действительно был красивым. Это мы в состоянии жителей выйти и все помочь, сделать, посадить. Заботятся жильцы не только о садовых цветах, но и о цветах жизни. У Галины Тимофеевны два маленьких внука. Волнуется, полюбят ли они свой двор. Чтобы дети лазили, развлекали какие-то кольца, какие-то там, ну, всякие качели, лазанье, ну, в общем, детишки. И о старшем поколении не забывают. Если бы здесь была беседочка, скамеечки, люди бы взяли здесь также прессу, вышли на свежем воздухе, почитали, пожалуйста, периодические издания. Какие-то книжечки, посидели, побеседовали. Была бы какая-то дискуссия. Пока остается ждать результатов конкурса. Кстати, эксперты будут учитывать активность самих горожан. Наибольший шанс имеют те дворы, жители которых уже вносили свою лепту в благоустройство. Сажали деревья, разбивали клумбы. Марина Кравцова, Валерий Шаронин, ГИС «События».